Молитесь, Игнатий Игоревич. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня, грешным, помилуй. Святися, святися, Новый Иерусалиме, слава Богу Господину тебе воссия. Ликуй ныне, веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, благослови, воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного же творящего креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй и спаси нас, яко благи си. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, создав имя Господи и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим, благие, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети сердце и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного и не прекратил жизни моей среди беззакония моих, но оказал мне обычное этого человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, развивать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 18. Небеса проповедуют славу Божию. Я дела хрупкие, обещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночь открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их.
Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведно, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истины, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайны их моих очисти меня. Я от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду чист и непорочен от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою. Господи, твердыня моя, избавитель мой. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Господи, силою Твоей веселится царь. И о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навек, возвеселил его радостью лица Твоего, ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную, во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плоды к земле, и семя их, и следы сынов человеческих, ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков Твоих, пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество». Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный день безгреховный, Христе Божий, и спаси меня. Владыка человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем. Избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, вери в Царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага.
На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу и на прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие. Безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам его, да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди его, и готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица твоего, ибо ты истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный блести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешным, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Сергий, Галина, Ольга, Анатолий, Виталий, Екатерина, Надежда, Татьяна, Янис. Ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста твоего церковь твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай им твои земные и небесные блага, не лиши милости твоих, посети их, укрепи силы твои, дары им здравия, спасение души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан.
Прости им все и грехи вольные и невольные, даруй им Царство Небесное, со святыми покой Христе души рабов Твоих, праотцев, отцов, братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воисть, ангел вопияши благодать нечистая, дева радуйся, и паки реку радуйся, твой сын воскресе три дня винат гроба, и мертвые воздвигнул, и люди веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господня, на тебе воссия. Ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая красуся Богородице, а восстание Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва о непречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех, труда. Избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном, житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи, Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели, усвоили изучаемые ими предметы, потребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение, потому что Ты источник премудрости, Тебе славу возносим, всегда и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Молитесь, Игнатий, дальше. Спаси, Господи, помилуй отца моего, родителей, сродников, братьев, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амрусия, Вадима за Симона, Липи, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона. И весь священнический, иноческий чин. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, да еще священника, если угодно тебе. Смири власти и воинства их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое Церкви Твоей. Положи им на сердце издавать мудрые законы, дабы позволили достойно проводить жизнь, дабы было из чего уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, Господи. И научи нас ценить это мирное время, приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Слава Тебе, Боже, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою, и для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха, всяких искушений. Сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там, Андрея, Игоря, Серафима,
Владимир, ее обрати на путь покаяния. Благослови Людмилу, любовь Владимира, Алексея и Иосифа, пресчедобрые жители с детьми, любящими закон Твой, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. Расширь пределы общей, найди новые души. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Едру, Рафиль, Екатерина, Екатерину, Галину. Всех, кому возвестили слово истины Твоей, помилуй, Господи, воззри на угрозы врагов, на их злодейство, вредительство. Погаси их злобу, примири с нами, и в судный день не помяни их безумие. Александра, Александра, Виктора, Сергея, Максима. Воздай милостями благодетелям наших Елену, Людмилу, Неонилу, Татьяну, Александру, Евгению, Наталью, Надежду, Эдуарду, Юрию. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Путешествующих благослови и возврати их к жилищам своим. Раису, Льва, Виктора, Виталия. Виктора. И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Господи, воззри на болящих, дай силу перенести страдания. Укрепи их. И пошли им исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Татьяна, Татьяна, Сергея, Надежда. Валентину, Валентину, Анну, Александру. Благодарю Тебя за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе. Из Романа от него отгони злого духа и упрямства, не дай ему там погибнуть, где он есть. Благослови Никиту и всех, кто был здесь. Будь милостив к нам, Владыка, коснись сердца Алексея, найди его, обрати, и разруши все преграды, мешающие ему веровать, от табакокурения избавь его, от блуда и сквернословия, и обольстителей, и священников, отведи от него, Господи. Слава Тебе, милосердный наш Господь и Бог Создатель. Аллилуйя. Найди отступников, падших, покинувших Тебя. Михаила, Николая, Александра, Юлию. Найди их, Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сохрани наше сокровище в интернете здесь и книги в пути здесь. И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, благослови. Сергея, Сергея, помогающих, Андрея, Андрея, Валентина, Вячеслава, Дмитрий, ты их всех и знаешь, Господи. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Аллилуйя. Хвала Тебе, наш Иисус.
Слава Вышний Богу, на земле мир в человека благоволение. Слава Тебе, Господь и Бог наш Иегова. Аллилуйя. Благодарю, Господи, за день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. И воздай вечности всем трудившимся над моей душою. Марию, Степана, Александра, Михаила, Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Воздай, Господи, добром тем, кто помогал нам в путешествии нашем, Павлу, Зинаиду, Владимиру, семейству его, Сергея, Дмитрия, Людмилу, Надежду. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки вечно царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть довольными, каждому дару и жилье. Сохрани нас от ропота, от зависти. Научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Слава Тебе. Святитель Христов, Никола Мирликийский, чудотворец, моли Бога о нас, да укрепит Господь народ свой. Дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак и Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, и херувимы, и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание и жить по заповедям Господним. Ибо Господь любит до ревности дух, живущий в нас. Слава Тебе, Боже наш! Молите Бога на святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский, Усин, философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Ленами, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, антихриста, Анфиму, Вениамину, дай веру и устраши родителей их заложенное воспитание детей своих. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел еретиков разруши, в ничто преврати. Аллилуйя.
Господи, утеши оставшихся после сгоревших людей, их родственников, и обрати их взор к небу, ибо без Твоего ведома ничего не случается, и Ты допускаешь. Пошли им утешение и сохрани детей в Сирии. Помоги им, Владыка Святой Истины. Аллилуйя. Молите Бога на святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник, Июния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам делом послушание и молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Надежды Светланы, Марисы, Юлия, Елена, Людмила, Иоанна. И прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. О всемогущий, любящий Отец Небесный, во имя жертвы Христа, искупительной крови Его, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй Александра, Александра, Сергея, Сергея. И Алексея этого найди, Господи. Говори, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Христос воскресе всем. Воистину воскрес. Воистину воскресе. Воистину воскресе. Мы продолжаем чтение книги «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лапкина. И третья часть – тема «Отцы и дети». Сисой Великий. 6 июля, память, страница 118. Был у сего преподобного отца ученик Аполлос. По силе вражьего коварства, в числе прочих пожеланий и искушений, у него явилось желание священнического сана. В сновидениях ему являлись бесы в образе святителей, хиротонисавшие его епископа. Не послушав Сисоя, чтобы не добиваться этого, Аполлос тайно бежал в город, но дорогой встретил его бес. Имея звериное подобие, бес в то же время был похож и на мужчину, и на женщину. Распространяя смрад, бес являл пред глазами Аполлоса такое бесстыдство, что сего даже невозможно передать на письме. Кинувшись Аполлосу на шею, бес обнимал его руками и часто целовал.
Аполлос ограждал себе крестным знамением и вырывался из рук его. Но бес говорил ему: «Знай, что ты мой, и люблю я тебя, ибо ты исполняешь мои желания. Доведу до конца твои желания». Призвав имя отца Сесоя, увидел, что бес, отступив от него, преобразился в красивую женщину и сказал ему: «Подойди, удовлетвори своему желанию, я обещаю сделать тебя священником и епископом». Урок всем покидающим, меняющим своих духовных отцов: как страшно мирно беседовать с еретиками и соглашаться с ними, и тем более рассказывать врагам церкви о своих отцах духовных худое. Паисий Великий, 19 июня, страница 436. Один ученик святого на пути беседовал с евреем, который, цитирую, увидев простоту его, начал изливать скверным своим языком яд и сказал еврею, что Христос еще не пришел, а придет. Инок же по своей умственной слабости и простоте сердечной внимал как истине и даже раз промолвил: «Может быть и правда, что ты говоришь». Паисий сказал ему после, что этими словами ученик отвергся Христа, лишился благодати крещения, перестал быть христианином: «Теперь иди и оплакивай, как хочешь, ибо нет тебе места со мною, но твое имя написано с отвергшимися Христа, с ними ты и примешь ад и муки». После долгих молитв из уст ученика вышел бес в виде дыма темного. Страница 443. Среди учеников преподобного был некий старец, который имел совершенно мирские обычаи и нравы, слушал Паисия и поносил слова святого, позволял себе и ругаться над беседами святого Паисия, говоря при этом одну только растлевающую хульную ложь. По молитвам Паисия и просьбе лживого инока из уст хульника вышел злой дух. Мартин Епископ, 12 октября, страница 297. Среди духовенства в монастыре был один молодой человек по имени Брикций, который происходил из самого низкого звания, на которого Мартин приютил, воспитал и возвел в сан диакона. Возбуждаемый злыми духами, Брикций стал страшно поносить своего незлобивого учителя и в глаза, и за глаза. Святой муж старался образумить его кроткими наставлениями, но это не действовало на безумца, и он продолжал изрыгать еще большие хулы, и потом убежал и встречному назвал Мартина обманщиком. «Почему ты меня назвал обманщиком?» «Я никогда не называл тебя так». После того с Брикцием сделались припадки бешенства. И однажды, когда Мартин сидел на скамье пред своей кельей, Брикций набросился на него с яростными ругательствами. Причем на соседних скалах ему виднелись два демона, поощряющие его к безумству. Истинный отец есть тот, через которого душа обратилась, питалась духовными беседами или от кого приняла крещение и где исповедовалась. Цитата. «И хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 1 Коринфянам 4:15. И до самой смерти дети духовные не имеют права осуждать, раздевать отца, чтобы не сделаться хамами, проклятыми Богом. Кто же дерзнул на это, тот давно перелез через ограду закона божественного, морального и идет к погибели. Цитата.
Я писал в церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истина. 3 Иоанна, с 9 по 12 стих. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют воры дольные и сожрут птенцы орлиные. Притча, 30 глава, 11-17 стих. Это гордые диатрефы, строители Вавилонской башни разделения гордыни. Разве патриарх Тихон давал повод введенскому АИ, названному митрополитом Виталием у обновленцев, Красницкому и другим обновленцам-отступникам хулить себя, отделяться от церкви? Цитата. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». 1 Иоанна 2:13. Убив брата Авеля, Каин скитался и дрожал всю жизнь. Этот страх на всех духовных убийцах. Так сделанный грех Адама заставил скрываться, бежать от лица Отца. И дух безбожия срывает, как незрелые смоквы, бывших в церкви. Отступники от церкви Христовой всегда говорят о любви, которую они не нашли в церкви, и о том, как много любви там, где они теперь, вне церкви православной. Говорят еще более о мире, которого не обрели в церкви, а на самом деле сами-то и не явили любовь, мирность. Цитата. «Не нужно оставлять падших, хотя бы мы наперед знали, что они не послушают нас». Иоанн Златоуст. Почему Иуда стал предателем? Путем анализа Иуда пришел к выводу, что он ошибся в Иисусе из Назарета, что он не тот обещанный пророками Мессия, а обманщик. А значит, и сам Иуда оказывается не на той стороне. Что Христос предал мечты Иуды о царстве Израиля и предательством ответил на предательство. И только увидев Христа на Голгофе, вновь осознал, что первое его решение следовать за Христом было истинное. А уход от истины погрузил его во мрак и удавился от ужаса содеянного предательства. Еще цитата. «От истины отвратят слух и обратятся к басням». 2 Тимофея 4:4. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». 2 Петра, 1 глава, 16 стих. Сворачивают с прямого пути исповедания своего греха на путь тайных сборищ, ропота, клеветы, уходя от законных собраний церковных, раздевают мать церковь, ибо церковь, по слову Златоуста, одевается людьми, как листьями. И сей грех страшнее греха хама, только лишь не прикрывшего наготу лица своего. Цитата. «Если кто
епископ, или пресвитер, или диакон, или кто-либо из сопричисленных к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, которым бы надолго устранен был от своей церкви, но пребывая в ограде в три воскресные дни в продолжении трех седмиц, не придет в церковное собрание, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения. Шестой Вселенский собор, 18 правило. Ганнский собор, 5 правило. Янкирский, по-моему, 2 правило. Но как бы далеко ты ни ушел от Бога и церкви, удесятери решимость вернуться. Какова была решимость ваша, чтобы удалиться от Бога? Увеличьте ее в 10 раз, чтобы обратиться и искать его. Варов 4:28. Не будем самолюбивы, ибо от самолюбия, как ветки, произрастают все пороки и сихи. Забвение, леность и нерадение рождаются от сластолюбивой и покойной жизни, от привязанности к славе и развлечению. А первоначальная причина и самая негодная мать всего этого – самолюбие, то есть неразумная привязанность и страстная приверженность к телу. Ефрем Сирин. Цитата. Кто утверждается на собственном разуме и живет по своей воле, тот привлекает к себе толпы бесов. Авва Исаия. Ничто не приводит так скоро к невидимой гибели, как самомнение и самоугодие. Петр Дамаскин. Самомнение – это наша немощь духовная, весьма трудно замечаемая и осознаваемая. Более всего в нас противно Богу, как первое исчадие нашей самости и самолюбия и источник, корень и причина всех наших падений и непотребств. Она затворяет ту дверь в уме или духе, только через которую обыкновенно входит в нас благодать Божия, не давая благодати войти внутрь и обитать в человеке. Никодим Святогорец. Отступники от православия, впадая в ересь ереси, в экуменизм, в католическую схизму, считают себя находящимися в церкви. Далее цитата. Крайнее окаменение, омертвение, нечувствительность заключается в том, что кто-либо имеет большую смертельную рану, но не ощущает болезни. Последнее же безумие заключается в том, чтобы падать в яму, в пропасть и не знать этого своего падения, не смотреть на него и не бояться. Это похоже на пьяницу, который не понимает, что с ним делается. Цитата. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, и я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Притчи 23:35. Если кто спросит, как отгоняется эта тьма, я отвечу. Пусть сидит этот духовный слепец при пути православной кафолической веры и усердно прилежно взывает ко Христу Богу. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Дмитрий Ростовский. Истина Христова им темна, а противная это истине. Ложь им кажется ясной. Тут они в своей стихии. Как это не очевидно, а все же они готовы спросить. Неужели и мы слепы? Иоанна 9:40. Нечего скрывать, слепы. А так как слепы по своей вине, то грех слепоты
и неведение света лежит на них. Феофан Затворник. Еще цитата. Любая рассеянность и погруженность во многие заботы непременно соединены с глубоким неведением себя. А такое неведение всегда очень довольно, гордо собою, гордо собою, Брянчанинов. Еще цитата. Они оставляют свое сердце следовать собственной воле и воле дьявола, который, видя, что они сошли с правого пути, не только не мешает им подвязаться в этих телесных подвигах, но укрепляет их в суетных помыслах, испытывая при этом некоторые духовные состязания, состояния и утешения. Эти подвижники считают, что возвысились уже до состояния чинов ангельских и чувствуют в себе как бы присутствие самого Бога. Они находятся в великой опасности, имея внутреннее око, то есть ум свой помраченным, они смотрят именно самих себя и смотрят неверно. После этого уже нет возможности, чтобы кто-либо из людей обратил таковых, кроме особого Божьего воздействия. Никодим Святогорец. Всякий человек более или менее склонен к прелести, потому что самая чистая природа человеческая имеет в себе нечто горделивое. Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию в зараженных, в кавычках, мнениями. Они уничтожили эту способность, принеся на алтарь лжи самое начало деятельности человека и его спасения. Одержимые мнением, по большей части преданы сладострастию. И несмотря на то, что приписывают себе возвышеннейшие духовные состояния, беспримерные в правильном православном подвижничестве. Игнатий Брянчанинов. Никто пусть не будет лукавым и двоедушным, чтобы не постиг его грозный приговор. Истребит Господь все уста лестивые, язык велеречивый. Псалом 11.4. Феодор Студит. Многие, как на позорище, лицедействуют к собственной жизни. Одно нося в сердце, а иное выставляя на показ. Василий Великий. Оставив легкое бремя, то есть самоукорение, мы возложили на себя тяжелое самооправдание. Иоанн Ков. Еще цитата. Лучше всегда себя везде признавать виновным. Такое смиренное признание делает человека угодным Богу и людям. Хотя перед людьми мы можем быть не виноваты, но пред Богом всегда виноваты. Тихон Задонский. Были установлены покаянные степени кающихся, на которые делились исповедующие свои грехи в зависимости от тяжести грехов. Таких ступеней было четыре. Святитель Григорий Неокесарийский, 22 октября, память. Первое. Плачущие стояли пред дверьми церкви, с плачем просили входящих в храм помолиться о них и в богослужении не участвовали. Второе. Слушающие участвовали в богослужении как оглашенные, то есть в наставительной части они стояли у входных дверей. Третье. Преподающие могли оставаться в храме во время всей службы, но на коленях. Место их было в передней части храма до амвона. Четвертое. Купностоящие присутствовали на богослужении как верные, но без причастия.
Если за аборт отлучение на 10 лет, то на каждой ступени покаяния проводили 2,5 года. Исповедующийся должен подробно исповедать падение. Исповедующий должен напоминать ему и спрашивать. Василий Великий, второе правило. Клятва преступника отлучается на 10 лет от причастия. 64-е правило. Отрекшийся от Христа все время жизни должен быть в числе плачущих, а при конце жизни удостоится причастия. Василий Великий, 73-е правило. Волею убивший 20 лет, правило 56. Или 27 лет. Что вот это гриб? Горнеок 9, непонятно. Иные настаивают на отмену эпитимии за согрешение. На это митрополит Иона, 1652 год, говорит: таковых бесчинников будем казнить казнью церковную по святым правилам без милости, потому что не показали святые отцы и апостолы в своих правилах ни пощады, ни милости, и от нас милости не будет. Но дух западничества и католицизма проник в церковь православную, особенно при Петре I. И был издан указ в 1734 году, цитата: «Ни за какие вины от входа церковного не отлучать и прочих починов Восточной Церкви треб отнюдь не лишать, опасаясь за то же себе жестокого на теле наказания и священства лишения». В наше время некогда грозные эпитимии святителя Василия Великого заменены поклонами, чтением молитв, и забывают слова Златоуста, что если священник не накладывает эпитимии, не отлучает за грехи, то сам погибает и ввергает в погибель тех, кого допускает до причастия без наказания. Ибо каждый ныне стремится жить своим умом, а не трудиться над душой, как муравей или пчела. Притча 6, глава 6 по 11 стих. А более всего дорожат независимостью и своеволием. Где сам себе голова и хозяин, там и эпитимия прихожанам не нужна. Цитата. Узкий, гордый и больной разум человеческий, не преображенный в Духе Божьем, одинаково стремится к разделению и ищет повода к нему. Дух сектантства, уклонения от истинной церкви, против которого надо вооружиться молитвой и трезвением, дух этот – душевная, плотская, недуховная ревность. Цитата. Римская экклезиология видит в первенстве римского папы решающий принцип видимого единства церкви. Быть вне общения с преемником Петра значит поставить себя вне церкви. Папа Павел VI, 24 мая 1976 год. Еще цитата. «Святая Римская Церковь осуждает, порицает и анафематствует всякого, кто думает обратное или противоположное, не принимает филиокву и объявляет его чуждым телу Христову, которая есть Церковь. Эти анафемы на православных до сих пор не отменены». 8 том настольной книги священнослужителя, страница 666, 1988 год.
Зараза католицизма и экуменизма выражается папством в том, что они признают любое крещение по правильному чину, совершенное и неверующими. Только в православной церкви неповрежденные догматы, и здесь свет, неповрежденный тьмою измышлений и реформизма, и модернизма. Но путь тьмы искривленный исполнен проклятия, ибо есть путь вечной смерти и наказания. Здесь лицемерие, двоедушие, гордость, вероломство, коварство, злоба. Здесь гонители добрые, добрых, наставники истины, любители лжи, ненавистники истины, любители лжи, ловкие в злословии. Варнава, апостол. Цитата. «Праведное и святое дело, братья, повиноваться Богу, нежели последовать тем, которые в надменности и кичливости стали предводителями презренной зависти. Ибо немалому вреду, а напротив, подвергаемся великой опасности, если опрометчиво отдадим себя на волю тех людей, которые подстрекают нас к раздору и мятежам. Лучше воспротивиться глупым и несмысленным, превозносящимся и хвалящимся. Вы, братья, спорливы и ревностны в том, что немало не относится ко спасению. Подумайте, какие люди развратили вас и уменьшили красоту знаменитой братской любви вашей. Должны просить прощения и те, которые были предводителями возмущения и раздоя, иначе гибели, как Дафану, фараону, ад и смерть. Вы, положившие начало возмущения, покоритесь пресвитерам, примите вразумление к покаянию, преклонив колено сердца своего. Не одно колено, как у католиков и у красного знамени. Научитесь покорности, отложивши тщеславную и надменную дерзость языка. Ибо лучше вам быть в стаде Христа малыми и уважаемыми, нежели казаться чрезмерно высокими и лишиться упования Его. Обратитесь к моему обличению. Вот я излью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Книга притчи, 1 глава, 23 по 31 стихи. Первое послание Коринфянам Климента Римского. Еще цитата. «Эгоизм сильнее всего подавляется пресечением своей воли. Какие хочешь, употребляя средства против эгоизма, ничего не сделаешь с ним, если будешь давать свободу воле».
Отсюда следует, что где ищут волюшки во всем, там ищут расширение эгоизма и охлаждение любви, ищут большего зла. Если эгоизм вселится в сердце, то в нем расплодится целое полчище страстей. Епископ Феофан Затворник. Для любящего душу свою, для того, кто не решается на самопожертвование, закрыто Евангелие. Они читают букву, но слово жизни, как дух, остается для него под непроницаемой завесой. Самолюбие боготворит свой падший лжеименный разум. Старается во всем постоянно удовлетворять свои падшие ложно направленной воле. Самолюбие выражается по отношению к ближним или посредством ненависти, или посредством человекоугодия. Игнатий Брянчанинов. Если бы мы даже не сделали никакого греха, то уже один этот грех осуждения мог бы свести нас в преисподнюю. Иоанн Златоуст. Отходящий от православной церкви без слова, одним фактом своего ухода от истины и света, осудили все соборы церкви и всех святых отцов. Просил ли прощения у Ноя Хам? Но он раб рабов, и таковые же имена носят рабы рабов все гордые, и кому церковь не мать, тому Бог не отец. Киприан Карфагенский. Цитата. «Они ненавидят обличающих в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду». Амос 5.10. Есть специальности, особо подверженные проникновению в них греха, учительство и торговля. Иакова 3 глава. Цитата. Посреди скреплений камней вбивается гвоздь. Так посреди продажи и купли вторгается грех. Сирахов 27.2. Если даже просто пройти по торжищу считалось осквернением, Марка 7.4, и даже проехать через базар на лошади, то необходимо увеличить скорость, чтобы не задохнуться в миазмах алчности и безделья. Феофан Затворник. То какая ржавчина и гниль поражает души тех, в которых переплетены эти особо доступные демонам специальности. Духовнику необходимо запретить гибельные занятия. И не дай Бог, если еще и жена властвует над мужем, это уже окончательная гибель. Цитата. «Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобою при жизни твоей». Еще цитата. «Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей». Еще цитата. «Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем». Цитата. «Опущенные руки и расслабленные колени. Жена, которая несчастливит своего мужа». Сирахов 33.19, 9.2, 25.24.26. «Если такие грехи, такие преступления, впавшие в которые несут на себе особую печать отвержения, и их даже величайшие святые не пытаются обратить или вернуть в веру». Есть. Это добровольно, единственно по злобе и из-за осуждения духовных отцов, хама в грех, отпавшие от веры, впавшие в хулу на истину, ставшие через это врагами правды, детьми дьявола. Деяния 13.8. Цитата. «Отрекшиеся от Христа и сделавшийся преступником против таинств спасения,
все время жизни своей должен быть в числе плачущих и обязан исповедаться, а при конце жизни удостоится причастия святынь, поверив в Божье человеколюбие. Василий Великий, 73-е правило. Еще цитата. Итак, по разделению грехов вышереченным образом грехи, касающиеся мысленной способности души, признаны от отцов тягчайшими и требующими большего продолжительного и строжайшего покаяния. Например, если кто отрекся от веры во Христа и явился предавшим себя или иудейству, или идолопоклонничеству, или манихейству, или иному подобному виду нечести, таковой, если произвольно устремится на сие зло, но потом раскаялся, все время жизни своей должен иметь временем покаяния, ибо таковой не удостаивается никогда во время совершения таинственной молитвы купно с народом поклоняться Богу, но наедине да молится, а от приобщения святых тайн совершенно да будет отлучен. Но в час исхода своего от всей жизни да удостоится причастия святых тайн. Если же паче чаяния случится ему остаться в живых, то снова доживет в том же осуждении, не сподобляя святых тайн до исхода своего. А те, которые муками и жестокими истязаниями вынуждены, подвергаются епитимии на определенное время. Ибо святые отцы таковое человеколюбие показали им потому, что не душа их подверглась падению, но немощь телесная не могла противостоять мучениям. Посему за насильственное и мучением вынужденное отступление по обращении мера епитимии определяется по примеру согрешивших любодеяния. Григорий Ниский, второе правило. Решившие основать свое сборище, числа 16 глава, ставшие лютыми врагами верных, разыскивают среди них ослабевших и добивают их, отторгая от церкви. Книга Второзакония, 25 глава, 17 по 19 стихи, Исход, 17 глава, с 8 по 16 числа, 24 глава, 20 стих, 1 Царств, 28, 18. Грех Амалика, злобность, особенно в женщинах из рода пронырливой Иезавели, Откровение 2.20, прелюбодейки, учащие причащаться у еретиков, Сирахов 25.17-29. В житиях святых лютейшему зверю женщине отдавали на казнь подвижников. 19 марта Хрисанс, 10 февраля Харлампий, 7 декабря Амвросий, 22 июня Евсевий, 12 февраля Милетий, 14 июня Мефодий. Отступники, изменники, предатели, извергнутые дьяволом в прелесть ереси, делаются злее и опаснее своих новых хозяев. Хвост скорпиона жалит сильнее головы. Откровение 9 глава с 10 по 19 и 12 глава 4 стих. Они рыскают по пустыне греха, вкрадываются в дома нерадивых. Матфея 23:15. Добивают их, делая их сынами гиены. Цитата. Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению. Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Послание Иуды, 4 глава. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. 2 Тимофея 3:6.
Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Псалом 79:14. Отбрасывая номинальных христиан в неандертальство, даруя им цыганскую психологию. Таковые, противящиеся Моисею, хуже волхвов. 2 Тимофею 2:16-3:8. Борьбу с таким князем бесовским в человеке могут вести только смиренные. 4 октября. Павел Препростой. Четвертого декабря Иоанн Дамаскин, страница 109, оставил должность министра и пошел в послушники к простому, но очень строгому духовному отцу. Однажды Иоанн, поэт, композитор и художник, нарушил свое обещание ничего не писать и был тотчас изгнан. И горько скорбел, как бы изгнанный из рая. Благодаря заступничеству старцев он получил строгую эпитемию. Вычистить все туалеты и с радостью сделал это, но никак не согласился перейти к другому, менее суровому духовному отцу. А нынешние духовные дети, цитата, «а сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению нузды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы бывают в соблазнах на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха, утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые, морские волны, пенящиеся с рамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это работники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти». Послание Иуды 10:16. Так, на сегодня все. Спасибо. Слава Христу. Вопросов нет никаких? Спаси Христос. Слава Богу. Тебе, Господи. Виталий-то прилетел в Россию-то. Виталий путешествует сегодня или как вчера? Он с нами. Ну, ладно, все тогда.